Это дом Бакиурманчи 9. Горячей воды здесь нет почти все лето. Люди рассказывают, ее отключили в начале июля. Пока стояла жара, дискомфорта ситуация не доставляла. Сейчас все изменилось. Как справляемся? Греем воду, как наши бабушки. Как моржи в холодной воде. Вот хорошо, что лето такое было, да? Чуть-чуть подогреем, чуть-чуть, и полоскаемся. Сегодня уже, видите, какое похолодание? Это же, а ночью будет уже где-то градусов 9. На улице Бакиурманчи сейчас идут масштабные работы. Из-за этого без горячей воды остаются 36 многоквартирных домов. По словам специалистов, систему здесь меняют полностью. С 2 августа я в отпуске была, уже у нас воды горячей не было. Где-то, наверное, недели-две уже как не было. Ну, где-то в конце июля. Как справляетесь вообще все это время? Это какой-то кошмар. У нас все вот под балконы все перекопали. Вообще горячей воды сейчас нет у многих нижнекамцев. Ранее было обещано, что блага цивилизации появятся в домах 31 августа. Однако в установленный срок горячей водой обеспечили лишь часть города. По некоторым адресам воду включили 1 сентября, но 2 ее вновь отключили. После гидравлических испытаний произошли порывы на соединительных магистралях некоторых ЦТП. Сейчас рабочие устраняют последствия аварии. В лучшем случае горячая вода во всех домах появится только 6 сентября. Дождливая погода продержится минимум неделю. По прогнозу, почти до конца месяца будет пасмурно и ливни. Начиная со следующей недели, температура воздуха опустится до 11 градусов. Однако о начале отопительного сезона думать еще рано, заверили нас специалисты. Начало отопительного периода напрямую зависит от температуры наружного воздуха. Здесь мы руководствуемся действующим законодательством, а именно постановлением правительства Российской Федерации номер 354 от 6 мая 2011 года. Сезон отопления помещений начинается со снижения среднесуточной температуры до плюс 8 градусов на протяжении 5 суток. В первую очередь периодическое протапливание начинается в детских садах, школах, медицинских учреждениях, а затем в многоквартирных домах. С приходом слякоти ожидается и рост ОРВИ и COVID-19. Врачи советуют не пренебрегать элементарными правилами безопасности, одеваться по погоде и избегать мест массовых скоплений людей. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, новости НТР.